Здравствуйте, в эфире телевизионной компании НОР-ТВ. Актуальное интервью. Гость нашей студии – музыкант, автор-исполнитель Алексей Коробейников. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Нина. Здравствуйте, уважаемые жители города Новодвинска. Но перед тем, как мы перейдем к вопросам, я бы хотела познакомить наших телезрителей с вашим творчеством, поэтому предлагаю просмотреть небольшой видеоролик. Мы так привыкли наслаждаться той жизнью, что судьбой дана, грустить порой и улыбаться, и верить в то, что есть она, не замечать тоски забвений, потерь утрат и лишних слез, не оставляя сожалений, уйдет печаль минувших грез. Ты подожди еще немного, пройдут метели и дожди, уйдут печали и тревоги. Ты только жди, ты только жди. Ты подожди еще немного, пройдут метели и дожди, и счастье встретишь у порога. Только жди. Минуты счастья быстротечны, когда любовь, как сладкий сон, вдвоем шагать по жизни легче, два сердца бьются в унисон, и так приятно наслаждаться той жизнью, что судьбой дана, грустить порой и улыбаться, и верить в то, что есть она. Ты подожди еще немного, пройдут метели и дожди, уйдут печали и тревоги. Ты только жди, ты только жди. Ты подожди еще немного, пройдут метели и дожди, и счастье встретишь у порога. Ты только жди, ты только жди. Итак, Алексей, 29 января впервые в Новодвинске, именно во Дворце культуры, состоится ваш концерт «Все лучшее вам». Расскажите немного о предстоящем концерте, какая программа ждет новодвинского зрителя и, самое главное, какие песни вы будете исполнять. Ну, в Новодвинске я уже не первый раз. Мне очень нравится ваш город, нравятся люди, которые здесь живут. У меня здесь много друзей. Они помогли мне организовать этот концерт. Я бы хотел сказать огромное спасибо Алексею Шигарину, вам и всем, кто согласился нам помочь. В концерте прозвучат песни, которые вошли в коллекцию музея шансона. Это песни о людях, о русском севере, о любви, о верности, о том, что нас всех беспокоит, что нас окружает в этой жизни. Алексей, на вашем официальном сайте я прочитала, что вы еще с детства увлекаетесь музыкой. Активно участвовали в художественной самодеятельности. Играли на гитаре, пели, сочиняли песни, писали стихи. Получается, что вы еще с детских лет решили, что будете артистом. Да, в детстве я мечтал, что буду каждый день выходить на сцену и выступать перед публикой. И моя мечта неожиданно сбылась, когда я устроился работать музыкантом ресторана. То есть мечта оказалась не такой несбыточной. А с чем связан выбор вашей профессии? Профессию я не выбирал. Я долгое время работал в сельском хозяйстве, служил в вооруженных силах, работал водителем, грузчиком на заводе. Но творчество всегда было рядом со мной. Я всегда занимался творчеством, и в конце концов это стало основным видом моей деятельности. Алексей, все композиции вы исполняете в стиле шансона. Это такой довольно-таки сложный жанр, который на сегодня, безусловно, очень модный и востребованный. При этом шансон бывает разный – французский и тюремный. А вот у вас какой шансон? Во-первых, я бы не сказал, что шансон – это трудный жанр. То есть существует определение шансона, что это песня, спетая душой. И мне кажется, абсолютно неважно, француз поет эту песню, заключенный или любой другой человек. Главное, чтобы это было искренне. А почему вы выбрали это направление? Как говорится, идете в ногу со временем или есть на это другие причины? Ну, мое творчество не ограничивается рамками шансона. Я пишу и детские песни, и молодежные песни. Автор гимна городу Каргополю, передачи 708 на связи, ГИБДД Архангельской области,
компании «Полярное сияние» и многих других. В 2011 году у нас совместно с Геннадием Лепиным вышел диск «Песни о русском севере». Согласитесь, что шансоном назвать это очень сложно. Алексей, над чем вы сейчас работаете? Насколько я знаю, у вас уже записано 3 диска, скоро в свет выйдет новый ваш альбом. Прозвучат ли новые композиции в Новодвинске на концерте 29 января? В данное время я занимаюсь концертной деятельностью. Пишу новые песни, и в Новодвинске обязательно прозвучат песни из нового альбома. Их еще никто не слышал, в Новодвинске вот они будут премьера этих песен. Алексей, спасибо вам большое за беседу. Спасибо, приходите на концерт. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и до новых встреч.